Ізраїльські танки ведуть вогонь на території Гази. Про це пишуть тамтешні ЗМІ. При цьому напередодні Цагал анонсував розширення операції наземних сил. А сьогодні вранці в Ізраїлі заявили, ліквідували голову повітряного угруповання Хамасу Асема Буракабу та показали відео посилених ударів по сектору Газа. Тим часом Генасамблея ООН закликала до перемир'я в секторі Газа, але в тексті резолюції Хамас не засуджують. За документ проголосували 120 країн і лише 14 припинення вогню не підтримують. Серед них Ізраїль та США. Тим часом Палестину резолюція ООН влаштовує. І докладніше про ситуацію в Ізраїлі на тепер буду говорити з Сергієм Ауслендером, військовим оглядачем з Ізраїлю. Сергію, я вітаю тебе. Яка ситуація станом на тепер? Да, привет, Ира. Ситуация, собственно, следующая. Армия ведет ограниченные наземные действия в Газе. Там это в районе в основном Хан-Юнеса, и, точнее, Бейт-Хануна и Эль-Бурейджа. Там вот, собственно, у них контакт с отрядами Хамаса сейчас в данный момент. Очень сильно обрабатывают анклав с воздуха, с земли и с моря тоже. То есть наносят сейчас огневое поражение. Выяснилось, что у Хамаса там гигантские накопленные запасы оружия, там топлива, боеприпасов, медикаментов и прочего вот в этом подземном городе под Газой. Поэтому армия совершенно не торопится туда входить, потому что, войдя туда, можно ввязаться в такие тяжелые уличные бои по типу штурма Иракского Мосула и застрять там, не знаю, на полгода с гигантскими совершенно потерями. Поэтому по-прежнему, как бы, вот в основном армия действует дистанционно, но ограниченные действия уже ведутся. И используют принцип так называемой расширяющейся операции. То есть вот так вот по кусочкам территорию анклава будут занимать наши военные, но не сразу и не быстро, потому что все прекрасно понимают, что Хамас 9 лет с 2014 года готовился к этой войне. У Хамаса там много подготовленных бойцов, подготовленных террористов. Вот подземный город под Газой оценивает протяженность его там по разным оценкам от 300 до 500 километров. То есть ну это намного больше, чем киевское метро, насколько мне известно. И все это заставляет военных действовать с крайней осторожностью, армию никто не подгоняет. Было ощущение, вот еще там пару дней назад, еще вчера даже утром было ощущение, что какая-то пауза, как-то все затянулось, как-то все вот ни туда, ни сюда. Но потом вот объявили о начале, о расширении сухопутного маневра, так сказал вот генерал Агари, глава пресс-службы Цахала. Суть заключается в том, что мы не будем объявлять о начале наземной операции. Она вот будет продолжаться в такой парадигме. Тут чуть-чуть, там немного, здесь вошли, здесь высадились. Возможно, будут высадки с моря, как это было вчера силами нашего морского спецназа из 13-й флотилии и так далее. И это, с одной стороны, дает нам некий такой простор для маневра на внешнеполитической арене. То есть мы как бы не начали наземную операцию. Отчасти это дает Хизбалле на севере повод не вмешиваться в войну, потому что они пообещали, что они вступят в войну, если Израиль начнет широкомасштабную военную операцию в Газе, а мы ее вроде как не начали. И, ну и вот, в общем, в результате все развивается вот в таком вот ключе. Но надо отметить такую вещь, что сила ударов по Газе, она совершенно беспрецедентная, вот абсолютно, то есть никогда такого не было. Мы провели 10 военных кампаний 2005 года, вот это 11-е. Так вот, ударов такой силы не было еще никогда. В Аждоде, это довольно уже далеко от Газа, там все трясется, дрожит, дома подпрыгивают на фундаментах, и слышно в центре страны еще севернее вот эту жуткую канонаду. Ну, как бы, как сказал генерал Алиан, такой у нас есть, он вообще друс, он сказал на арабском, обращаясь к Хамасу, вы же хотели ад, вот вы его, собственно, и получаете. Сергей, а как реагуют на эту резолюцию ООН, там, где не засуживают Хамас? Ну, как всегда, это всегда так было, есть и будет. Тут мы с этим совершенно как бы смирились уже давным-давно, но мы ее отвергаем. Потом, это же резолюция ассамблеи, генеральной ассамблеи, она никого ни к чему не обязывает. Она типа такая, вот как сказать, ну, не знаю, теоретический характер носит. Вот. Если бы это была резолюция Совбеза, это было бы уже проблематичнее для нас. Но в Совбезе у нас есть такой надежный и верный союзник, Соединенные Штаты, как всегда наложат вето на любую антиизраильскую резолюцию. Поэтому тут как бы, ну что, пожали плечами. Единственное, конечно, отношение к ООН, оно уже такое совершенно однозначное. Организация абсолютно бессмысленная, абсолютно импотентная, которая не в состоянии ничего вообще решить, никакой кризис разрешить. Это стало ясно еще со времен резни в Руанде, да, в 93-м она была, по-моему. Ну а теперь
теперь уж и тем более, да. Ну, то есть не осудить действия Хамаса, окей, ладно, призывайте к прекращению огня, понимаем, все считается, но не осудить вот эту вот чудовищную резню, которую они устроили, ну, что это за организация, плюс это абсолютно какая-то шизофреническая речь Гутерреша о том, что все это произошло не в вакууме, да, и жертва изнасилования виновата сама, потому что шла в короткой юбке на высоких каблуках, ну, как бы, ну окей, что, пожали плечами, у нас другие задачи. И щодо жертв, в заручниках, за останніми даними, лишаються 229 ізраїльтян. Чи підтверджуєш цю цифру, кількість людей, і чи щось відомо про їхній стан? Ну, это проблема большая, то есть армия дает такую цифру, 229, этим занимается вот армия обороны Израиля, да, подсчетом заложников, информированием семей и так далее, это абсолютно какая-то кошмарная цифра, никогда такого не было вообще, не то чтобы в израильской истории, а я полагаю, что и в человеческой, потому что, как правило, заложников захватывали в какой-то одной локации, да, которую можно было окружить, изолировать и дальше там вести переговоры, торговаться, штурмовать или что-нибудь в этом роде. Ну, условно, как было, я не знаю, там в Беслане, например, в российском, да, это известно, правда, чем это все закончилось. Но здесь они находятся в руках у террористов, причем не только у террористов, возможно, и у гражданских лиц в Газе, на территории, которую контролируют террористы и которая сейчас подвергается бомбардировкам. Там только детей до 16 лет 30 человек. 30. Это просто абсолютно немыслимая история. И это такая сейчас крайне болезненная тема для нашего общества. Поэтому там идут различные усилия и так далее. Но что касается их как бы состояния, мы этого ничего не знаем. Хамас ведет с нами психологическую войну, помимо всего прочего. То есть он активно вот этот фактор заложников использует, чтобы торговаться, оттянуть там свой неизбежный конец и так далее. И вот они отпустили за все это время 4 заложниц. Это женщины все были. Вот. Отпустили тех, кто был в нормальном состоянии. Ну, чтобы показать, какие они вот гуманные, значит, и правильные. И было одно видео с девушкой-заложницей раненой, которой оказывали помощь. С тех пор вот там практически ничего не известно. Поэтому вот сейчас, возможно, ограниченность наземной операции объясняется отчасти тем, что хотят выяснять, где места, где держат заложников, и, возможно, там пытаться их как-то точечно освобождать. Для этого вот сейчас всякие спецназы сюда приехали, вот немецкие, в частности, на Кипре сейчас находятся, я не помню их название, что-то там какая-то команда, это вот боевые пловцы, в частности, то есть, возможно, там с моря попробуют высадить американские оперативники из Дельты, из 6-й команды, да, Team Six, вот, то есть тут много чего, у нас у самих такой довольно большой опыт, но проблема в том, что заложников, а, много, б, они находятся на территории контролируемой террористами, и, ц, что это все идет, вот там идет война сейчас в данный момент. Короче, в общем, ужасная совершенно тема, и непонятно вообще, как, с какой стороны к этому подходить. Сергію, я дуже дякую, що ти знайшов можливість і нам розповів про ситуацію, що відбувається. І бережи себе. Це був Сергій Ослендер, військовий оглядач з Ізраїлю.